Всем привет! С вами снова Настя, и вы находитесь на канале Unschoolining. А сегодня у меня уже, по сути, третий день в Амстердаме. Ну, на самом деле, второй полный, ну, неважно. А сегодня у меня в планах, в общем-то, отправиться в музей Rijks. Rijksmuseum — это типа канцлерсмузео, типа национальный музей, где я наконец-то увижу Вермеера. Вермеер — это вообще... И самый известный голландский, наверное, самый известный голландский художник. Еще мне будет интересно, конечно, посмотреть на фламандскую живопись, а это, как понимаете, это разные вещи, фламандская и голландская живопись, это очень разные вещи. И мне вот хочется уловить вот эту вот разницу и, может быть, даже вам потом рассказать. В общем, да, я сейчас собралась, вот я сейчас пытаюсь опять пойти на завтрак. Вчера я нашла очень классное кафе, вот, но там нужно было сидеть не на очень удобных стульях, в общем, ну, что-то такое. Вот, а сегодня я хочу затестить завтрак прямо в отеле. Вот, и да, кстати, еще мне было бы интересно посетить сегодня Heineken Experience, пивчиковый завод, пивчиковый, господи, exhibition, да? Вот, но не знаю, как получится, в общем, посмотрим. Еще я хотела бы сегодня попробовать Stroopwafels. Это вот именно эти голландские вафли, потому что вчера я попробовала бельгийские вафли, и они были реально отстойные. Вот, потому что они лежат, фиг знает сколько, их просто не готовят при тебе, они просто лежат такие все сухие. В общем... Не пробуйте такие сухие вафли, берите только самые свежие, которые прямо вот вы видели, что они вышли прямо из вафельницы. Да, сегодня я должна это все попробовать. Посмотрим, как мне получится это все добиться сегодня. Но, в общем, в любом случае, всем приятного просмотра. И да, увидимся в следующем кадре. Пока! Постараюсь здесь поснимать сейчас, здесь не так много народу, ну, по крайней мере, рядом со мной. И, наконец-то, этого. Ну вот, Rijksmuseum сзади меня находится, и я скажу так, что я осталась очень довольной. Советую вообще, кто думал, ходить, не ходить в этот музей, обязательно пойти, потому что... Там вы увидите голландских мастеров, как фламандских, так и голландских. И
эту разницу вы почувствуете точно. Это прям могу гарантировать вам. Да. Так, что еще могу сказать? Наверное, солнце на вас светит. Кстати, о май гад, точно, я что-то об этом не подумала. Я сейчас нахожусь на огромном поле, возможно, здесь даже нельзя ходить, но, блин, я как, не знаю, тут иду. Сзади меня, кстати, находится Stedelijk Museum. Смотрите, какая прелесть, красота. Я завтра, кстати, туда собираюсь идти. Завтра прям с утра собираюсь. Вот расскажу вам завтра, как и что. Горка вместе с травой, с газоном. В общем, выглядит очень прикольно. А там вот какие-то французские бульдоги гуляют. Круто. Вот там Амстердам знак. Вот. И что там про музей-то? Я не так много скупилась на этот раз с этими самыми... С подарками я... О, тут какая-то собачка. Вот он какой-то хороший пришел, смотрите. О, мой. Ой, какой хорошенький. Прелесть. Такой, блин, серенький пришел. Такие вот. В общем-то, дела. В общем, я не знаю, можно ли тут вообще идти по... газона, поэтому я все-таки уйду, потому что здесь, ну, только я на газоне и собаки. А сейчас я постараюсь сходить в музей Моко. Не знаю, понравится мне или нет. В общем, моя подруга советовала. Ну, в общем, посмотрим, да? Я к вам еще вернусь. Так, что я еще делала сегодня? Я ходила в классную бургерную. Чисто случайно туда зашла. И получилось так, что это было просто супер уютное место. И, в общем-то, я сидела и рисовала их кафе-ресторан. И они вообще такие классные ребята. Они подходили ко мне, смотрели, что я там делаю, что я там рисую. Вот, и хвалили меня. И вообще так все классно. Блин, поболтали с ними. Реально милые ребята. Вот, но, слушайте, в общем-то, я пойду сейчас смотреть, что за ситуация с Моко музеем. Вот, посмотрим, что ты как. Посмотрите, какая красота здесь. Просто супер. Мне очень нравится это дело. В общем, ладно. А что еще? Ну да, потом я сходила в этот самый... на этот маркет, на ярмарку. Попробовала, наконец, вафли. Ну, я не скажу то, что прям супер, но очень вкусно, потому что они свежие. Прям при мне сделали. Вот, ну я, правда, видела кусок теста, который он положил на эту вафельницу. И он вот почему-то, кстати, не очень аппетитно выглядел. Ну, неважно, в общем. Короче, вафля была вкусная, но не настолько вкусная, как я представляла. Вот, сейчас буду пофоткаю немножко вот это место, потому что мне оно очень понравилось, как тут свет идет. Вот, ну давайте до встречи, пока!